Конфетку, ты говоришь, скушал? Как тебя зовут, сынок? Смотри, сколько пальцев. Видишь, сыночек, ты даже не реагируешь. Пугающие кадры. Это видео-предупреждение на днях появилось в чате «Мамы пап 128-й школы». К видео прилагались фото источника неизвестной травы – конфеты. Раздают их доброжелатели вот таким нехитрым способом. А это уже кадры у той самой 128-й барнаульской школы. От этих конфет, от которых плохо детям, фантики. Вот. Прямо около школы. Месяц назад мой сын вместе с одноклассниками прямо в здании школы нашли пакетик снюса. Многие знают, это никотиносодержащая смесь. А вот сейчас в школьной группе в чате появилось видео о том, что на территории нашей школы валяются фантики из-под непонятных, довольно опасных, судя по интернету, конфет. Подобное отравление детей происходит ежегодно в том или ином регионе, судя по сводкам новостей. Истории 2016-17 годов, правда, наркотического содержания там не выявляли. Тем не менее, барнаульские родители всерьез испугались и показали видео детям. На нашего видео произвело сильное впечатление. Но так реагируют далеко не все. Юных блогеров в интернете эта тема даже забавляет. Это видео девчонки назвали «Кушаем отравленные конфеты, бегаем в носках по снегу». В реальность отравы молодежь не верит. Кстати, видео с мальчиком есть в интернете. На ютубе их предупреждают уже о снюсе. А некоторые врачи советуют обратить внимание на левую руку ребенка – венозный катетер. Возможно, мальчика лечат от серьезной болезни, и это состояние ее следствие. В любом случае, в Барнауле о грозящей опасности знают, а вот о пострадавших нет. Слышали об этом? Я нет. Мне мама рассказывала. А детей этих не знаете? Кому-то реально плохо было? Я не знаю. Вы детей таких знаете, кто ел, кому плохо было? Нет. А сами конфеты эти видели? Нет. По информации школы, данный ребенок, который там показан, он в школе в этом не обучается. Детей в реанимацию с данным диагнозом не поступало. Факты обнаружения или там распространения никотиносодержащих веществ в школе нет. Реагировать на фейки комитету приходится несколько раз в год. Но как уберечь от них впечатлительных родителей? Психологи советуют четко понимать, распространять ли видео или, например, писать документ с просьбой провести проверку. И не нужно давить на ребенка. Личностная такая тревога у родителя, да? Родитель о чем-то переживает, это прикладывать на ребенка, да? И бедный ребенок почему-то и за свою тревогу должен отвечать, и за тревогу родителей, за тревогу воспитателя и учителя в том числе. Поэтому мы и говорю, что мы, получается, ребенка, да, загнали в угол. Тем не менее, в 128-й школе провели специальные родительские собрания, и если нужно, проведут еще. Кстати, сегодня стало известно, что отравленные конфеты нашли уже в Омске. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком.